С нами обладательница второго места этапа Кубка мира по фехтованию по сабле среди юниоров, Кубок Черного моря. Поздравляем тебя с победой. Спасибо большое. Ну, с одной стороны, я очень рада, но и расстроена, потому что до конца не дотянула. Хотела все-таки первое место занять. А чего не хватило, как сама думаешь? Я думаю, я была слишком спокойна, потому что с этой соперницей мы очень хорошо общаемся, дружим и постоянно тренируемся вместе. Я была уверена в своей победе, но мне не хватило искры, наверное, какой-то в этот раз, потому что была уверенность, но по факту я не собралась сама. Каково тебе фехтовать дома в своей стране? Ну, намного приятнее, потому что мы тренируемся здесь же, и нету какого-то дискомфорта после перелета. И вообще, как бы, поддержка, и это все намного лучше сказывается. Скажи, какие планы у тебя на дальнейшие соревнования? Ну, вообще, мы сейчас отбираемся в сборную команду, чтобы поехать на Европу и на мир. Хорошо выступать, чтобы уже показать какой-то результат там, на Европе и на мире. Хорошо, спасибо. Еще раз поздравляем тебя с победой.